различных слов Кавказа. Фонтесвинина и мраморная говядина. Мираторг. Мы одна страна. На экране я выгляжу ярко и нежно. Но без внутренней силы я бы ничего не добилась. Always Platinum с мягкими крылышками теперь еще мягче. Попробуй защиту тысячи впитывающих микроподушечек. Для меня быть мягкой и в то же время сильной. Ты деньги ребенку забыл положить. Не может он маме сейчас позвонить. Но мессенджер будет включен при нуле. Звони, малыш, и пиши ей везде. Мессенджеры работают при нуле на тарифах без переплат у детей и взрослых. Мегафон. Спорим, я докажу тебе, что после просмотра этого видео ты сможешь зарабатывать на уникальных слотах до 200 тысяч рублей в месяц. Скажу сразу, здесь, ребята, есть бабло, но люди, которые хотят вкинуть 100 рублей и написать не... Загадочный случай произошел в октябре 2017 года. Команда астрономов обнаружила вхождение в пределы Солнечной системы межзвездного объекта, который назвали Оумуамуа. Огромный космический булыжник летел по направлению к нашей планете. Ученые постоянно следили за этим астероидом, но спустя несколько месяцев он вдруг изменил орбиту, набрал скорость и бесследно исчез. Этот факт можно объяснить только если предположить, что Оумуамуа кем-то управляется. Но кто посылает загадочные астероиды к Земле? И с какой целью? 9 июня во время трансляции с МКС в объектив камеры одного из космонавтов попал странный объект необычной формы. Зрители задались вопросом, что это? Космический мусор или корабль пришельцев? 4 марта 2020 года целую флотилию НЛО зафиксировали камеры Международной космической станции. Посмотрите, не менее двух десятков ярких объектов пролетают в атмосфере нашей планеты. А 21 февраля 2020 года рядом с Международной космической станцией появился неопознанный летающий объект прямо во время прямой трансляции НАСА. Шокированные зрители смогли наблюдать объекты из серого металла сопровождал полет.